Бесстрашные бойцы с огненной стихией. Под Гомелем завершился чемпионат по пожарно-воротовальным спорте. У лидерах спортсмены из Минской области. Гомельчане спынились за крок от первого места. Другий день спаборництва и их выники у наступным репортаже. У другий день спаборництва спортсмены вызначали лепших только у одной дисциплине – боевым разгортывании. Это видовищный и активный выгляд спаборництва. От каждой команды потребовалось по 7 удельников. Спортсмены повинны были с выкористанием мотопомпы выконать забор воды из усталеванной емистости, проклавши для этого магистральную линию. И струменем воды со стволов трапить у мишень. Все дружины выконывали по 2 спробы, уличивался лепший час. Переможцами у этой дисциплине стали спортсмены из Минской области. Яны по традиции этого спорта окунули тренера у бодню с водой. Усяго у спаборництвах удельничали 8 команд з усіх областей. У кожной по 10 мужчин и 3 жанчыны. Нагадаем, у первый день спаборництва у спортсмены вызначали наймацнейших у дисциплинах подъем по штурмовой лесвице на поверхе в учебной вежи и переодоление 100-метровой полосы с перешкодами. Переможцы вызначились во всех категориях у особистым залику. Ну, погода, конечно, носит свои поправки, но если ты готов, то, наверное, как бы ничего не мешает. По сегодняшнему дню, как бы боевое там в основном и работаешь с водой. То есть, мне кажется, это как бы не сильно влияет на результат. Кстати, времена неплохие. Традиции белорусских огнеборцев протягиваются и промножают новое поколение выратовальников. Регулярные спаборницы по пожарно-выратовальным спорте помогают проверить навыки. Переможцами турниру стали спортсмены из Минской области. Сребро завоевали атлеты нашего региона, а бронзу повезли до дому представники Гродно. Как всегда, в лидерах мы видим команду Минского областного управления, команда Гомельское областное управление не отстает. Ну и в этом году мы смотрим, что команда Могилевского областного управления показывает достойные результаты. Я думаю, что они будут обязательно на пьедестале. Для дорослых спортсменов чемпионат Беларуси стал заключным турниром в этом ходе. Сезон 2021 для них начнется у студени, а вось молодь поедет у снежни на калядные старты у Санкт-Петербург. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».